Виталий, ты почему группе зарплату не платишь? Жалуются парни. Уже третий месяц, блядь, никаких... Бля, поставь минимум платить. Никаких поступлений нету, блядь. Да ладно, мой друг. Гербатон, Сашка. А, кстати, мальчик Саша тоже жалуется, говорит, струны на гитаре, блин, там у него. Да, надо покупать. Как все. Надо покупать, говорит. Кстати, тебе пальцы не нужны. Где надо купить струны? Катя, проволоки. Надо также... А еще есть Буталян. А, Буталян тоже... Еще Буталян есть. Буталян тоже требует струны новые на гитару. Бля, и Буталяну струны купи. И желательно еще полироль гитарную. Давай я сразу бисеричку куплю всем, блядь. Все, смотри, ждем бисерич. А ты понятно. Виталик, тут предложение вот поступило. Сыграть на фестивале «Майский трэш». Будешь играть? Да, буду в «Майском трэше». А почему я не буду там? Я там как бы заявлен. А, ты заявлен уже? Заявлен. С какой песней? Эбола, я внедряю гербатона. Потом это самое. Я Виталян, ну, короче, с приборки мальчик. Все боевики, короче. Все твои. Боевики. Ну, значит, я так понимаю, людям надо идти, да, на майский трек. Да нихуя себе, блядь. Не то, что надо, а прям обязательно. Всем быть. Всем быть. Всем хорошего майского трэша.